Привет всем пользователям intellbet.ru, меня зовут Роман Гудсайт, сейчас в центре внимания оказываются матчи национальных сборных. Вот давайте и поговорим о главной, думаю, для многих встрече между Францией и Россией. Конечно, всегда очень сложно предполагать развитие событий в товарищеских матчах сборных, все-таки команды собираются достаточно редко и тренеры пробуют новые сочетания футболистов, тем более сейчас есть необходимость определиться с комплектованием состава перед Евро. Но давайте попытаемся. Как ни крути, это дело любопытное. Сборная Франции, я посмотрел товарищеский матч с командой Голландии, сначала оставляла сумасшедшее впечатление, очень хорошо физически готовые, высочайший индивидуальный класс исполнителей, забили два гола быстро, но во втором тайме все-таки чуть-чуть отпустили вожжи и позволили голландцам в игру вернуться, однако, как только счет стал 2-2, тут же забили третий гол, то есть Франция, на мой взгляд, абсолютный фаворит в этом противостоянии с Россией, в принципе, действительно очень хорошо готовая сейчас команда. Что нового мы можем увидеть в сравнении с матчем против Голландии? Не вышел на поле Андре-Пьер Жиньяк, нападающий, который сейчас играет за океаном, но раз его вызвал Дидье Дешам, наверное, в одном из товарищеских матчей он все-таки захочет его попробовать. Так что у Жиньяка лично будет сумасшедшая мотивация, поскольку все-таки сейчас у Франции большой выбор нападающих, и попасть в заявку – это дело чести для многих французов. Антуан Гризман находится в сумасшедшей форме, он забил два гола подряд ударами со штрафных в чемпионате за Атлетико против Хихонского Спортинга и вот ворота Голландии, но Гризман не уверен, что он появится, потому что, по-моему, по Гризману у Дидье Дешама вопросов быть никаких не должно. Но в целом есть ощущение, что состав французской сборной не будет очень сильно отличаться от того, что было в матче против Голландии, то есть уровень свой Франция должна подтвердить. Что касается команды России, была хорошая победа над сборной Литвы со счетом 3-0. Наши действовали нормально. Ну, тут Литва соперник, здесь надо понимать, против кого играли. Или не в смысле, что Литва плохой соперник, а в смысле, что Литва закрывалась. Французы, конечно, на своем поле так действовать не будут, и скорее уже Россия будет действовать в более похожей манере. Но так или иначе, у сборной России против Литвы тоже не сыграли некоторые футболисты, которые, я думаю, себя ощущают частью этой команды и надеются поехать на Евро. Например, Артем Дзюба, который в очень хорошей форме находится, забивает за «Зенит», отдает результативные передачи. В общем, мне кажется, что для многих россиян проявить себя на Стад де Франс – это действительно будет событие серьезная и очень хорошая мотивация. Что касается модели игры, то я предполагаю, что для России это будет в большей степени официальная игра, чем для команды Франции, которая может там продолжать свои эксперименты. Но так или иначе, поскольку составы угадать достаточно сложно, оба тренера будут раскрепощены. И футболисты будут раскрепощены, потому что готовятся играть и те, и другие от себя. Но, как я уже говорил в начале, это матчи национальных сборных, поэтому мне хочется выбрать какой-то вариант, ну, чуть более надежный, чем обычно. И, просмотрев линию, я решил остановиться на ставке тотал первого тайма больше 0.5. То есть, простым языком, в первом тайме будет гол. Кто его забьет? Франция, Россия? Вопрос серьезный, вопрос для меня, честно говоря, открытый. Мне кажется, что и Россия вполне может отличиться в одной из контратак. Давайте проверим, работает ли интуиция на матче национальных сборных. Всем удачи!